очередной трудовой мигрант из Центральной Азии стал жертвой убийства россиянина. Трагедия произошла 28 июня в деревне Лесколова Всеволожского района Ленинградской области. 15-летний подросток зарезал выходца из Узбекистана, сообщает корреспондент подробно УЗ. Как сообщили российские СМИ, причиной конфликта стала ситуация на дороге. Мигрант из Узбекистана якобы сделал замечание ехавшему на мопеде юноше за то, что тот не пропустил его на переходе. Конфликт, начавшийся на улице, продолжился в магазине, куда юный убийца зашел вслед за узбекским мигрантом и, не побоявшись наличия свидетелей, полез в драку, после чего нанес мужчине несколько ударов ножом. Пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался. Отдельно следует отметить, что на кадрах с камеры видеонаблюдения отчетливо видно, что другие посетители магазина спокойно наблюдают за совершающимся на их глазах убийством и совершенно не пытаются остановить происходящее. 也是。Yeah, shit.